Это новый Кадиллак. Будешь меня, чтобы я вылез? Как покажу. Похуй. Разыгрывать буду под гивэвэй за наших доблестных полицейских. Че, у нас стаканчиков нет? Нам нужны редкапы, нахуй. Двигая вот этот ползунок. Ну давай, зайди в кадр. Ты мне мешаешь проводить курсы. Мне нужен дит. Да? Мне предложили фит. Кто? LJ. Да ладно. Да ладно, да! Чувак, это очень круто. Да, блядь. Так, а этот, рация у тебя, да? Есть. Просто прикинь, захотим поссать там, да? И просто такой, таким тамбуром на заправку заехать. Моргенштерн и ЛДЖ устроили дебош в Москве. Ну или как они это сами назвали, день Кадиллака. Была история, что сначала я в джакузи отмечал, потом он отмечал там с какой-то жопой. Ну и надо было как-то все это завершить. Катались на крыше Кадиллака с прицепом, в котором был надувной бассейн. Такая вечеринка, просто охуеть. Нихуя красиво. Я просто хочу пенис нарисовать. Ну, здесь можно все просто. А что мне теперь, а хули мне теперь делать? А вот тут напишу нет. Вот так, это будет шар предсказаний. Охуенно было бы на камере расписаться. Похуй. Разыгрывать буду под гивэвэй. С джакузи и Кадиллаком на дорогах Москвы у нас появились вопросики к Алишеру. Ко дню Кадиллака мы готовились неделю. Неделю, блядь. Ну, а вам это, наверное, интересно. Вам, наверное, интересно, сколько это все стоило. А вот, пожалуйста, смотрите смету. Да, день Кадиллака обошелся нам почти в 1 000 000 рублей. Это не помеха. Ведь со мной всегда моя любимая стильная карта Тинькофф Блэк. Тинькофф Блэк, сука. Наконец-то работаем с банком, которым я пользуюсь всю жизнь. Можно не учить ТЗ, и я так все знаю. И сразу же вопрос от вас совершенно логичный. В чем же преимущество вот этой вот карты перед картами других банков? А я вам отвечу, не задумываясь. Вы посмотрите, как она подходит ко всем моим цацкам. Это же просто ёбнутый стиль. Тинькофф Блэк. Но самое главное, с этой карты я получаю 1% кэшбэка абсолютно со всех покупок. Вообще со всего, нахуй. Вот все, что мы купили ко дню Кадиллака, со всего я получил, нахуй. 1% обратно. А еще я могу сам выбрать 3 категории, на которые буду получать повышенный кэшбэк. А если вы покупаете билеты в кино, в театр или на концерты, например, да, вот у нас, например, концерты скоро начнутся, через приложение Тинькофф, то получаете 15% бабок обратно себе на счет. И самое главное, самое великолепное, что касается кэшбэка и Тинькофф Блэк, то, что кэшбэк приходит не какими-то там, блядь, баллами, бонусами,
фантиками, хуянтиками. Он приходит рублями. Настоящими российскими, нашими русскими, нахуй, рублями. Которые можно потом даже в банкомате снять. И, кстати, по поводу банкоматов. С этой карты можно снимать наличку абсолютно во всех банкоматах мира бесплатно. Ну и бабки с карты на карту можете переводить тоже абсолютно бесплатно. Там, по номеру карты или по номеру телефона в любой другой банк. А еще, каждый месяц будешь получать 3,5% годовых на свой счет. Ну и небольшая мотивация вам начать наконец-то пользоваться этой великолепной стильной картой. Идешь по ссылке в описании, оформляешь себе Тинькофф Блэк, за месяц тратишь больше, чем 5000 в сумме. Не обязательно одной покупкой, вообще просто за месяц. И косарик возвращается тебе на карту. Косарик настоящих рублей. По сути, ты оформил карту, протестировал ее, месяц попользовался, тебе еще косарик дали. Все, еще что-то надо говорить, нет? Ссылка знаешь где? Там, блядь. Вот там ссылка. Как дела? Это новый Кадиллак. Прямо сейчас я веду погоню за особо актуальными исполнителями Моргенштерном и ЛДЖМ, которые в честь выхода клипа на трек «Кадиллак» на крыше одноименной машины гонят на набережную Москвы, чтобы запрыгнуть в свой джакузи, раздать фанатам мерч и вообще просто кайфануть. Прошло 15 минут, случился первый форс-мажор. Ребят, остановил ДПС. Не, я думал, будет только Кадиллак заебывать. Не, заебывают меня. Как всегда, че? Давай на фоне мигало. Разбирательство, но никто из пацанов не отчаялся. Они наоборот запрыгнули в джакузи, сделали музыку погромче. Перформанс
сейчас Моргенштерн и ЛДЖ уже можно считать успехом, потому что, ну, посмотрите сами. Одна машина ДПС, вторая, третья, четвертая и еще две спереди. Шесть. Эти ребята знают кое-что о том, как привлечь к себе внимание. Шесть машин просто стоят на фотку. Блюк, блюк. Встречаемся на набережной Москва-Сити и празднуем всей страной День Кадиллака. Это уже часто, вы поняли, последний раз говорю. А чё, какая причина остановки-то была? Неправильная перевозка пассажиров. Ну да, за это же лишение, нет? Ну, мы нарушили одну очень важную статью. Даже боюсь представить, 500 рублей сколько? Именно. Да? Да. Так. Страшнее кары нет в России современной. Первый гелик нужен, чтобы отъехал. Принято. У нас будет ровно 10 минут, чтобы все это провернуть, потому что потом нас за громкий звук тоже будут принимать менты. Все готовы ехать. Не, в ванной будет, но машина двигаться не будет. Во время движения. Не, 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 я не забыл, что она будет. Своих поклонников, которые вместе с парнями празднуют День Кадиллака. Днем Кадиллака, господа! Всей стране нам передадим. На счет три ждем Кадиллака. Раз, два, три! Днем Кадиллака! Раз, два, три! Полицейских машин. Это успех. Непонятно, что они нарушили, а вот, видимо, и ничего. Вот они уезжают довольные, счастливые. На этом День Кадиллака официально можно закрывать. В конце вообще опергруппа хотела принять, но мы вовремя повеселились, раскидали мерчаток, постреляли по школьникам, облили их шампанским и разъехались.
Если вы думаете, что я не популярный, нет, это не так. Это не поэтому там было мало людей. 10 миллионов просмотров за 2 дня меня не убедили, конечно.